Да, какие одноклассники? Че, вы, короче, дошли. Ладно, тогда. Бетти, скажи. Азик, ты знаешь, что к тебе вчера приходил, позавчера тебя дома не было, Бетти? Он тебе цветы принес, букет тебе подарил, цветов. Ну, ты его еще не сломал, он на балконе стоит, а то она вижу, она все расклинает. Твоя аудитория сейчас ко мне придет. Ладно, короче, целую вас. Давай. Давайте, кайфуйте, наберу тебя потом. Давай, давай. Давай. Так, куда улетаешь, Тата? Улетай, туча! Беточка, ну я тебя прошу, ну не ломай мне все этим самокатом. Я сейчас уберу этот самокат отсюда. Во-первых, ты по ногам ездишь. Доченька, я тебе еще раз говорю. Ты все портишь, не ломай ничего, не ломай. Ты только что была в детской игровой комнате 24 часа. Так... Симпатичный молодой, доченька, вот перестань так делать, не надо ломать, ну красиво же, зая, ну зачем ты все ломаешь? Алло, привет. Вот зачем ты появляться в эфир, если не хотите болтать, я не понимаю. Мама. Так, меня в эфир, пожалуйста. Мама. Дальше убери. Не надо, не езди, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Не езди по шарикам, они такие красивые. Зачем ты? Ты что, разрушитель, что ли? Ты же не разрушитель. Доченька, ты знаешь, что ты очень красивая? Мама, я красивая. Ты знаешь, что ты очень красивая? Моя мама, моя сила. Are you hungry? Are you hungry? Yeah. Huh? Do you want to eat something? No? Okay. Mama! Mm. Так, так, Мур писала, добавь меня в эфир, добавь меня в эфир. А вдруг тот мальчик, твой будущий муж, Пугачева, тоже долго ждала своего. Мой еще не родился, понятно вам? Ту-ту-ту, не шучу. Так, бананчик давай. Бананчик. Но, да. Кстати, прикиньте, Бетти принципиально не ест чищенный банан. Она любит, чтобы вот эти штучки вот так были. Так, ну что, кого еще добавить? Александра Лаки. Вот, Александра Лаки добавляю. Я давно родился, просто не договорила. Ладно, подожди, прям 2 секунды. Давай, давай. Ты меня добавишь, серьезно. Я покажу свое супер лицо. Да ладно, пойму, какая ты. А, привет. Потею, привет. Слушай, такое лицо знакомое. Да, наверное, Саша Филиппова с Дома 2. Это ты? Ага. Саша, это ты? Да. Серьезно? Охренеть, да, ты так похудела. Я просто болею, такая лежу, смотрю твой эфир и думаю, блин. Этот, закину просто, типа, получится, не получится. Закинь, я даже не знала, ты это или не ты, я просто тупо случайно нажала, и я смотрю, ты на кого-то похожа, но даже не поняла, на кого. Но ты недолго была же на доме, сколько, неделю, наверное? Нет, я была там 2 месяца. Да, у меня даже до сих пор ноги лежат, которые ты мне отдала, черные, длинные, помнишь, с дырочками, бузовские. Да, помню. Ну, они не с дырочками, там специально так сделано. А то сейчас подумают люди, что они дырявые. Хорошие сапоги дала, между прочим. Изики. Да, ты, кстати, они очень пользовались спросом у меня, когда я уехала с Дома 2. Мне все говорили, дай поносить, это же Бузова. Это не Бузова, это Таткина, но у нас с Бузовой много чего есть одинакового, поэтому... Но я рада, что ты кайфуешь, носишь, наоборот, мне приятно. Ну, я рада, что смогла тебе сделать приятно, когда тебе это нужно было. Ну, что у тебя нового? Что делаешь? Где ты живешь? В каком городе? Чем занимаешься? Я
Я сейчас в Казани, через месяц уезжаю в Турцию обратно. Я же в Турции работаю. А, прикольно. Я уже там полтора года, получается, детским аниматором. Прикольно. Вот. Слушай, ну ты реально похорошела, я тебе скажу. Спасибо. Да я, блин, очень я сейчас болею, что я сижу, честно. Если бы я знала, что ты меня добавишь, я бы тут накрасилась, блин, собралась. А надо же красиво. Не-не-не, ты реально хорошо выглядишь и без этого всего. Спасибо. У тебя как выросла мамочка, я за ней смотрю, она прям вообще просто радость какая-то. А ты тогда, когда ты была там, я беременная была или уже родила? Да, потому да? что да, ты была уже с Бетти, потому что это был декабрь, январь-февраль. Да, это был январь 2015 года. Офигеть, прикольно. Слушай, ну я рада тебя видеть, если честно. Я рада, что у тебя все хорошо. Хоть не знаю, что тебе сказать. Ну, прикольно. Молодец, что хорошо выглядишь. Что работаешь над собой, я тебя хорошо помню. А? Что выглядишь, я прям такая, о, господи, Саша. Что это, блин? Не, но я помню тебя другой немножко. Время идет, меняемся немножко потихонечку. Да, поэтому это работа над собой, это круто, это похвально, это труд. Да, я сделаю. Что-то тебя не слышно. Очень сильно изменилась, она выглядела совершенно по-другому, сейчас выглядит очень круто. Так, ну что, идем дальше. Марина Семенчук. Ждем. Одна, муж уехал. А, у тебя муж. Все вы, короче, замужние. Никакой интриги. Как давно замужем? Что? Как давно замужем? 2017 август. О, прикольно, уже долго. Угу. А детки есть? Или... Нет, нет, только нет. Кот. Только кот. Слушай, ну это прикольно. Бетти, я шучу, ты тоже будешь. Ты лучше, чем кот. Это... Ну и что, учишься или работаешь? Нет, работаю. Может, ты мне будешь вопрос задать? Я не знаю, что спрашивать. Не знаю, давно за тобой наблюдаю. Где Валерка, где Бетти? И что там у меня еще третья любимая, я забыла. Нет, я тебе никогда не задавала вопросы про Валеру. Да, молодец. Ты красотка. Спасибо большое. Вот. Красивая девушка, вот пишут все. Спасибо. Как 8 марта будешь отмечать? Я буду отмечать 8 марта на пляже, на море. Прекрасно. Да, это будет... Да, я давно не была на море. Мы с девчонками тоже планируется. У нас такой сабантуй. Да, что будете делать? Ну, мы ездим в заведение постоянно, у нас есть такое. Танцы до утра и... О, прикольно. А может, ты что подарила на 23 февраля? Ежедневник в кожаном переплете, потому что он у меня сменился по должности, поэтому... А ты что хочешь в подарок от него? Вдруг он сейчас эфир увидит, что мы с тобой вместе в эфире. По-любому ему пришло оповещание. Чтобы он услышал такой... Тонкий намек. Только не сковородку. Ты конкретно говоришь, что хочешь. Так невзначай, ты просто мне рассказываешь. Ты знаешь, даже не думала, если честно. Не думала. Столько всего попередарили, что все будет да, приятно. Надо в мелочах всяких. Лишь бы не кастрюли и не сковородки. Лишь бы не кастрюли и не сковородки. Да. Это да. Так, а я не знаю пока, что мне подарят 8 марта, поэтому потом я... Говори, друг! Говори! Говори! Я хочу!
Значит, уходовый комплекс от Christian Dior Prestige. Ну, это так тонкий намек, пока никто не слышит. Прекрасно. Все услышали, что хочет Тата? Да, у меня как раз все заканчивается. Мне нужно масло для лица Prestige Dior. Мне нужен крем для глаз Christian Dior Prestige. И крем для лица. Да, Бетти? Ага. Все четко. Прекрасно. А Бетти, ты что хочешь на 8 марта, Зай? Братика, Тата. Братик, нет, ты что, типа, у тебя на язык какого братика? А я если хотите, вам сейчас прикол покажу. Я сегодня записывала видос, подождите, сейчас я его найду. Ой, черт, сейчас я тебя покажу. Так, сегодня я записывала видос, как раз это было сегодня. Так, вы смотрите, вы видите? Вы видите, что у нее в руках? Да, какой результат? Да это мне было, поэтому я никаких нам братиков, сестренок не надо, никаких. Только плоский живот и все. Все понятно. Вот, такие, короче, делишки. Ну что, ладненько, мне было приятно с тобой пообщаться, очень приятно, что у меня такие красотки смотрят, ты очень красивая, вот ты не отметила не только я, но еще и наши подписчики. Спасибо, поэтому все правильно, Тата, ты тоже очень эффектная, да? Желательно получить очень крутой подарок, который ты хочешь в глубине души, я не знаю что, вот, и чтобы у тебя все было четко, чики-пуки. Спасибо, тебе все хорошего, пока. Все, пока. Так, желательно, если там не лучше, здоровье, счастье. Спасибо большое, мой хороший. Спасибо. Кака! Ой, мамочки, ты меня ударила, мне больно. Мам, больно вот здесь. Ой, ой. Моя любимая. Ой, как приятно. Ты еще поцелуй. Мама! Так тебя люблю, доченька. Так, доченька, встань, встань. Встань, встань, здесь не полная. Так, какая доченька хорошенькая. Спасибо большое. Вырос мой ребеночек, вырос. Совсем взрослый стал. Мамочка, ты же меня осторожно, вдруг ты ударишь меня. Так. Привет. Дай мама уберет, подожди, не надо, это не больно, не больно, доченька, дай уберу, ну дай, тогда оставь мою косметику, не надо ее воровать, не воруй мою косметику, все ворует. Давай лучше козюли тебе уберу, нельзя с козюлями ходить, красивые девочки не ходят с козюлями, потом на тебя мальчики не будут смотреть, а ты такой красивый, на тебя какой-нибудь красавчик проснутся и скажут, у тебя козюли в носу, это же не прикольно. Покажи, как ты красишься. Вот, покажи, как ты красишься вот сюда. Покажи на камеру, покажи. Давай, как ты красишься? Сядь. Как ты вот губку берешь, давай, намажь на лицо. Как ты делала? Ага, нет, вот так ты вот сюда делала. Это. Да, и маму накрась. Ага, себя крась, себя. Мама уже накрасилась. Да, мама уже накрашена, себя крась. Давай, тебя давай. Ты сама себя красишь, как будто. Ой, как красиво. Ой, теперь тебя надо накрасить. Вот так, давай, краси. Да. А губы как ты красишь? Покажи губы, как ты красишь. Красить губки. Губки вот так. А теперь верхнюю губу надо накрасить. Ты моя маленькая, накрасила губы криво, как криво намазала. Дай, дай,
Ой, давай верхнюю губу намажем. Ой, как красиво, ой, как красиво. Я не могу, прямо не могу, как красиво. Это... Ты вообще такой мейкапер, вообще бомба. Ты визажист 2020, 2021 и 2025. Что еще намажешь ты себе? Хочешь на вот кисточку возьми, намажь, еще ты жрешь. Ой, как мажут. Еще намажут. Ой, как красиво. Вау, как красиво. Ну, ты красишься, конечно. Так кто тебя так научил краситься? Вся. Сама? Вся. Ты сама научилась так краситься? Мамочка, мне не надо больше. Не надо в мою косметику пальцами лезть. Ой, доченька, давай. Все, я тебя накрасила, тебе разрешу накрасить. Давай ты мам вытри. Иди сюда, губы вытри. Иди сюда. Что это у тебя здесь такое? Мам. Ну давай вытру, некрасиво тут какой-то пятно. Тата, Бетти 4 года будет? Нет, Бетти еще 3 нету. И будет не скоро, только в середине лет. Сколько Бетти лет? Беттичке 2 годика. И сколько месяцев тебе уже? Сколько тебе уже месяцев? Карандаш для губ ты хочешь? Так мы уже намазали тебе. Все, намазал, все, мам, намазал. Все, у тебя очень красивые губы, уже прям очень красивые. Прям все. Дай-ка я тебе уберу, мам. Ну ладно, ты успокойся, надо почистить носик, не надо так делать. Ты же принцесса, принцесса с козелями не ходит. Принцесса не может с козелями ходить, вот у мамы нету козелей. Мама, не надо. Так, ну что, короче, я поскакала, пойду чуть-чуть полежу, повтыкаю в телефоне. Я сейчас жду тоже, скоро буду уходить. Я вас целую, пока-пока, желаю вам хорошего вечера. Вот, а я жду тетю и пойду. Я вас целую, люблю. Чао, какао!